Уже больше года наши семьи живут в постоянном страхе и неизвестности. 21 сентября 2022 года наша жизнь изменилась на до и после. Все тыкают на нас пальцем. Вам же платят, у вас же льготы. Но поговорив хоть минутку с каждой из нас, вы нас поймете. Что мы готовы отдать все и заплатить двойную ценой, чтобы наконец-то вычеркнуть этот кусок из жизни. Никто не хочет услышать крик нашей души, но мы устали быть изгоями общества. Наши мужчины не выбирали военную профессию. Они хотели жить обычной гражданской жизнью. Их ждут дети. Тем не менее, они встали на защиту нашей Родины, когда это было нужно. Но так не может продолжаться вечно. Мы полностью поддерживаем проведение специальной военной операции, но наши мужчины морально и физически истощены. Мы уже не просим, мы требуем заменить мобилизованных граждан, призванных в вооруженные силы Российской Федерации в рамках частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года. Хотим быть счастливыми. Мы хотим вместе вечером гулять за ручку. Хотим чувствовать предновогоднюю суету в преддверии праздника. Но второй год подряд мы будем встречать Новый год в слезах и отчаянии. И вздрагивать от каждого запущенного залпа фейерверка. Ведь в это время наши мужчины вздрагивают от каждого залпа орудий. Под жизни, под свистами пуль и разрывами гранат, это невыносимо для обычного учителя, повара, слесаря. Пришло время Родине встать на защиту наших мужчин.